Стихотворение Галины Везиковой. Все дышало рассветной свежестью, зажигалась роса на ветках, и цветы свои лица нежные поднимали навстречу свету. И казалось, былинка всякая рада жизни под небом синим, а Мария стояла и плакала. Одиноко, в тоске бессильной, и сквозь слезы она не видела, как прекрасен был мир в то утро. Лишь любимый образ учителя перед нею стоял неотступно. Добрые руки, открытый взгляд, полный любви даже к самым грешным. Если б теперь вернуться назад к дням прежним, озеро или гора Елеон, люди, на лицах столько внимания, но самое главное – это он, его слова и его деяния. Тихо. Но диким кощунством вдруг в память врывается грубая брань. Крест, кровь струится из тех же рук, что многих больных исцеляли от ран. Все, и никто не сумеет помочь. Гроб почему-то пугающе пуст. Ах, какая же длинная ночь! Где ты, Иисус? Ветер листьев касался ласково, птичьи песни звучали рядом, а учитель Марией оплаканный к ней спешил. По тропинкам сада шел Христос, чтобы, назвав по имени, подарить ей утро весеннее, чтоб всем сердцем Мария приняла весть о чудном его воскресении.